С 2003 года в Акибастузе функционирует психолого-медико-педагогическая консультация. После специального тестирования ребенка сотрудники коллегиально дают заключение и рекомендации родителям. На 1 января 2021 года по Акибастузскому региону состоит 1395 детей с социально-образовательными потребностями и 535 детей-инвалидов с различными нарушениями в развитии. Местные специалисты с трепетом относятся к своей миссии, ведь в какой-то степени будущее деток зависит и от них. У педагогов за плечами не один год работы, но каждый новый случай всегда уникален, поэтому подход к ребенку должен быть индивидуальным. Работа нашей консультации строится на принципе командной работы, то есть у нас работают специалисты разных специальностей. Это медики у нас работают, врач, психиатр и невропатолог, а также работают педагог-психолог, учитель-дефектолог и учитель-логопед. И каждый специалист смотрит ребенка в своем направлении и предлагает определенные методики, обязательно с учетом возрастных особенностей ребенка, с учетом индивидуальных особенностей ребенка. И только такая работа позволяет объемно посмотреть на те проблемы, которые существуют у ребенка. Организация взаимодействует с отделами образования, здравоохранения и социальной защиты. Однако все заключения специалистов носят рекомендательный характер. Сейчас наметилась тенденция, приходят родители с совсем маленькими детьми, то есть они уже на ранних этапах понимают, что у ребенка есть какие-то проблемы, и приходят либо по собственной инициативе, либо по направлению лечащего врача, чаще невропатолога. Мы консультируем их, объясняем, в чем суть проблемы, и даем пути решения данной проблемы, направляем в те организации, в которых ребенку смогут оказать помощь. Благодаря своевременной психологической и медико-педагогической помощи у детей появляется возможность социально адаптироваться и обрести необходимые навыки самообслуживания.